Так, ну, значит, мы что тестируем? Мы тестируем G80, да? Да, G80. G80. Объектив какой стоит? Объектив у нас идет на 12-60, то есть это стандартный китовый. 12-60. У тебя закрытая диафрагма. Так, да, значит, мы пробуем сейчас работать на зуме, то есть какой фокус у нас на широком угле, да? Да, ну здесь он широкий фокус угол. Взял все сам. Фокус взял все сам. Сейчас посмотрим, что у нас будет так и здесь. Хорошо. Теперь перейдем в зум у нас. Так, сфокусимся здесь. Хорошо. На автомате перефокус, да, делаю. Да. И сейчас попробуем, поймает ли он на автомате. Он ловит на автомате даже так, не без полунажатия. Теперь на широкий угол перейди. На широкий угол. Угу. Так.